Поезда «Ласточка» могут начать курсировать между Петербургом и Выборгом, а также между райцентрами Ленобласти. По словам заместителя начальника УЖД Павла Бурцева, скоростную электричку, к примеру, можно пустить между Тихвином и Лугой. Конкретных сроков начала проекта путейцы пока не называют, как и количество подобных составов, которые будут ходить по железным дорогам региона. По словам представителей РЖД, этот вопрос они будут обсуждать совместно с руководством регионов. Ну, а скорее всего, решение о расширении использования «Ласточки» на северо-западе России будет принято к лету следующего года. С учетом того, что на сегодня и в России открыто производство, начато производство этого подвижного состава, буквально 24 числа было открытие завода, презентован завод в Верхней Пышме, это Свердловская область, и соответствующая программа приобретения этого подвижного состава от РЖД присутствует, мы больше чем уверены, что этот подвижной состав будет в массовом порядке применяться в том числе и нашими перевозчиками, и северо-западной компании, и Московско-Тверской. Напомню, что скоростная электричка «Ласточка», которая сделана немецкими машиностроителями для Сочинской Олимпиады, с конца января работает на северо-западе России. Состав курсирует между Петербургом, Великим Новгородом и Балагим.